объект еще. Объект еще строится возле Селигер-Сити. Зарядная станция для электробуса. Вот в таком виде на сегодня, 21 апреля 2023 года. Да. Я думала, уже готова, функционирует. Нет, не работает. А какие дома там строятся за Селигер-Сити? Пойду посмотрю на Селигер-Сити. Вот на дом Ван Гог и Кандинского. Посмотрю. И стали вскрываться в этом торговом центре «Цель» напротив бывшего хлебозавода. Там метро. Это на метро Селигерское. В конце зеленого забора слева. Коровинское шоссе ближнее. Подальше Дмитровский шоссе. Минский 17, Селигер-Сити 8 домов и зарядная станция для электробусов городских. Выглядит. Я думала, построили. Что-то недолго. Пойдемте посмотрим на Ван Гога и Кандинского. Давно не видела. Вот, посмотри, погода хорошая. Сейчас солнце падает. В это время красиво, виднее, чем обычно. Хотя вот дом Ван Гог закрывается Репиным. Солнце только наверху. Даже. Давайте посмотрим, что там и как там на сегодня, на 22-го. Апреля 2023 года. Наш север тоже до нас выставился.